я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. И все это было готово взорваться. А это что? Великий Кан. Понял. Батька все-таки молодец. Президент США здоровается с призраками. Этому марамзратику Байдену, блядь. Скорее всего, выздоровление, блядь. А то он уже здоровается с дьяволами. Он дурак дураком. Байден, нахуй. Пенсионер, ёб твою мать. Очередной конфуз от нынешнего хозяина Белого дома. На этот раз внимание привлекло его выступление к нации. Я лично хочу то, чтобы наша Америка была великой. Великой страной. Никогда в жизни, блядь. Россия. Да хуй на нее, нахуй. Вот наебем, нахуй. Русских никогда не наебешь. Наебут вас, нахуй. И немцы, блядь, тоже это шорцы, ебаные, вот блядь. Лысый хуй, блядь, который без хуя, блядь. Закройте вы, сука, свой рот, нахуй, блядь. Чтоб они, сука, знали, куда лезли, нахуй. Байден сраный. Еле ходит, сука! Уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Пригожина. Сука, всех у Байдена, вот! Сука! Блокируем город Ростов и идем в Москву. Дорогие брата! Я тебя найду! Понял? Аж мне сердце поднял, блядь! Поэтому, да, можешь пообщаться, я думаю, этого сам достаточно. Я знаю, наши изменения не очень. Байден, нахуй! Общик бы ебаная! Ты чё, сука, в натуре, блядь, пальцем веером гнёшь, нахуй! Вот! Пойдём! Покурим! Я думаю, всё это со мной. Начнёт пиво. Полечёт. Да нахуй он мне нужен, ёбаный в рот. Он мне, блядь, надоел уже, ёбаный в рот. Чудесный, короче, похуй по всем кассам. Хуй вы там делаете, блядь? Ой, а где я должен быть? А у нас таких вариантов. Да, да. Да, просто на всех висят мои каски. Смотрел я этим телевизорно. Я Иосиф. Побиваю сейчас обратно кулака. Значит, хуёвый ты мужик, на. Я говорила, что пиво начинает. Надо выпить. Я надеюсь, не забыл, что делать. В него на полу. Дальше будем смотреть. Говорю, что только аккуратнее, не сорви. Так, я думаю, фаски, маски. На полу я пью пиво. ДК. Первая пати. Все на готовность. Мне все равно, что он не заслуживает. Ну, не напоришь, тебе ГП влетит. Все просто. Не то нажала. Ладно. Поехали. В лужах не стоим. Играем. Он шел на это, на почер. Вижу два на полу, где третий. Напуливаем. Шел на это, на.
переводе. Чудненькая, можешь сальву на меня, пожалуйста, кинуть? На ломку? Уже когда? А, понял. Успей его на пульте потом. Метки вносить будем. Морти, подиспелишь. Его быстрее вынеси. Быстрее, быстрее, быстрее беги. Все, иди набивай игру. На полу их пиво. Не, он скинет сейчас. Так что в пиво только. У нас вариантов. Активнее отнеси свою метку. Метка Блуру синяя. Метка квадрат. Пошли. Роха, ты видишь там лужу синюю, где ты бегаешь? Видишь синюю лужу, где ты бегаешь или нет? Я не вижу. Ну, Саваде давай. Ну, Саваде. Там сейчас ломка. В центр зайдите, чтобы завелось. Угу. Поход широкий. В центр зайдите на комагро сразу же. На локи. Надо бок по локу, сейчас умрет. Нормально, нормально. Там пиво. Идти в луну, тебя здесь ставят. Ива, в луну идти, на тебе, короче, так, крони наберет. Хосе, вынеси быстрее. Может, появится? Не, я сроки не стану диспелить. Про диспелить людей. Рока не вынес. Ну, давайте попробуем добить. Бейте, бейте. У нас просто танчить сейчас некому будет. Ну, в пиво на пол отдайте сейчас. Я найдем коррозию, как с ним вести? Он коррозию не вынес, да. А, понял. Это запущенный. Эксти, зайди в круг. Да, все уже. Пиво на тебе, коррозия, почему ты не вынес? Думал, добьем. На тебе коррозия, ты танк. Ты не ТТшник. Вставайте. Ты как танк всегда коррозию скидываешь, как только есть возможность и есть лужа. Всегда. Заявляйте мобов, пока не появились. Остальные встаем. Его вставай тоже. Пей тоже.
Нифиг там прохлаждаться. Он шел, да? Шел. Mm-hmm. Я вроде прислал, не знаю, не спам. Личку можете написать. ВЦ спекайся. Окей. Чем мы могли бы убить? Ну, если бы с каратель немножко не зависли. Рога не вынес. Да, и рога не вынес. Нетку. Внимательно, пожалуйста. Не, ну вообще там в конце просто не было роги метки, была, ну, одна для пива, а больше я не видел синих луж. Была, ну, прям под боссом. Я с него не спалил. Насколько я помню. Ну да, так я думал, что туда пиво вынесет, чтобы с него здесь спалить. А для роги не было. Ну, на роге отчет был, по крайней мере, я взяла. Не успела к нему отойти. Не, не надо. Да тинту. Готово. Поехали тогда на пол, также на пиво. Вы дальше отходите, дальше по линии ровно к кресту. Гориса, поднимите покров. Пиво на пульте. И возле креста еще одну корову себе вынесите. Дальше пройти поглубже. Угу.
после залпа при воде. При воде. Давай, Лур. Внутри ловим. Че, может, Геру? Не выбегай, не выбегай, не выбегай. Блять, с пива нахуй. Пиво, выйди спать, выйди с пива. Нет, просто. Не-не, может... тут косяк, базара нет. Думал, что у меня шилд забрал его. Ну, ты не видишь, кого, ну, тарите. По тарите босса ты не видишь? Пашки не макрос. Будем пашку под это, по цели. Ну, или сам лукин. Потом, Марти, можешь глянуть, кто скинул знак вот правее, что зацепил зону? Давай. Первая метка ставится квадрат и крест. Вторые метки также ставятся квадрат и крест. Не надо уходить никуда в сторонку. Значит, есть чем встать? Ничего, есть встать? Шумановский. Вот, бежим. Это получается, Орис остался прям по центру. Ну и я пью пиво там остался, ну типа рядом. И там два танка, да. Да, да, и от танков типа по цепухе всех пошли. Завтра вынесли. Не, я говорю именно, когда в начале было, в начале пула, когда разлили. А, в начале. Ну, вроде как я поняла, это ШП сделал. Судя, потому что Паша туда кинул. В начале. В конце танки не разобрались. Баба линию, ну одну правее была, или что? Вот это. Ну да, там правее кто-то бегал. Из-за этого цепануло три или четыре человека сверху. Какую ледяную фазу вы выносите метки с другой стороны? Не с той же. А за фласки ГП не будет? Я себе не ставил, поэтому я не вижу, к сожалению. Я вот вильчат скинул, если ты про этот момент. Тут там на Паше и на Варе, типа, метка. И вот они, типа, вынесли не в линию, а по бокам как-то. Mm. Вот это оно? Да, оно. Это получается, Войт не донес. Точнее, перенес. Я думаю, еще может это кинуть. Получается. Человек ставит крест, другой в квадрат.
который выносит метки. Главное, чтобы линия была. И вторые также. Можно один в один ставить. Ты не заморозил, на фазу перевел. Это мой вайп. Переходите без единой лужи, блять, повторном переводе. Просто весь рейд смывает волной. Там похуй, заморозил, не заморозил. Его просто смоет. Я поставлю нитки. Там перейдем ваши ветерков. Мы будем ставить. Кроме трусов, трусы ромб аналогично абсолютно будет. Поехали. Ну, сейчас потом не кинешь. Сейчас кину. Ну. Мои дома на пути. Лар, не срывай. Ваши метки. Заводи. Не спал. Против пива. Пиво на полечь. Пожалуйста, не путайте с ними. Ну и решните еще ханта. Перес. Не вставай. Чем вставай?
Был вар. Напротив вара. Переводим сейчас? Да, переводи. Вольте пиво. Ты где стоишь? Потом в луну зайдешь, я с тебя здесь сперю. После фазы. Сейчас так побегай. В ветерках не улетите. Иди в луну. Пьё. Луну. Луну. Где луна? Ищи. Тотемы в центре комнаты должны быть. Они там, где они сейчас стоят. Знаки, где второй? С другой стороны. Выносим мы с другой стороны сейчас. Со стороны трусы и ромба. Следующие метки туда выносим. Диспел. Заводи. Заводи. Выводи. Выводи. Боса. Давай. Напротив, потом вара после перефазы. Ну, лут, который заслужили. Пэтов убираем, чтобы трэш не спугнули. Говоришь, ты начнешь? Да. Ну, полы в колорисах вначале. Ну, как у нас децел сдохло от тиков лужи? Я тоже не совсем поняла. Они вместе зашли. Я здесь спалил одного. Пойди спалил ДЦ, у него ХП закончилось. Ну, я просто 4 секунды стоял, ждал в луже диспела. Поэтому оно и закончилось. Щит на мне висел мой, все. А хилочку установить себе? Исповедь, которая КД 8. Хилушку, например. Я не понимаю, что у ДЦ кроме щитов ничего нету на панели. У меня, как раз, щита на панели нет. Он у меня в воду. Остальных кнопок в воду нету, да? Там пинанса, молитвы, ничего нету, да? Ренью? Ренью на ДЦ нет. Флешки нет. Исповедь КД. Ну, а молитва восстановления? Ну, она была, да. Скорее всего. Хуёво, когда нет кнопок на панели ситуативных. Я ж нажал. Я не туда клацну. Кого удочка ловить? Только не хилим сейчас, ничего.
Умрете от стаков, получите ГП. Третий спал ядом на совет, конечно, сильно. Полосу закрыли, вверх поймайте его. К 3 минуты, к трэш. Будет стыкнул. Говорит, можешь после трэша в себе кца. Четвертый. Сюда на центр. Зря вот так. Еще и полудар.
Хорошо, сливаем. Ставимся. Нажми Геру, все равно хотите. На мне диван не надо вставать. Кто запулил-то? К обычному риску цепанули морлока. Ничего не диван? Убрали. Прикольно. Он скинулся. Да, вставай. По-моему, 8. Если я не ошибаюсь. Давай так, сложная математика. Рейндж землетрясения именно коста 8. Погрешность радара 2 метра. Вопрос. Какой у тебя стоит радар? Ну вот. Это радар ДБМовский. Если по табличке клацнуть правой кнопочкой мыши, там будет кругленький. Ставьте Дживса, пожалуйста, кто-нибудь. Это клацни, чтобы он был кругленький. Отображайте два варианта. Обратно трашпорим. В центр сводим. Ну, смотрите, аккуратно, там бегают. Если тебе после трэша, пожалуйста.
А там еще двое мобов. У нас мало. Давайте, к примеру, если смотреть на вход, откуда мы пришли, с правой стороны будет третья пати, с левой стороны четвертая пати. По хилам, по центру хпа у ПТЦ, остальные расчастись по двум сторонам. Тотемы в метку поставь. Рыба у шкафа стоит. Начнет, я думаю, Горис. Как раз притащит трэш. В идеале Гориса надо на вторую фазу поставить, чтобы он вводил в трэш, либо шелдмейдом. То есть пиво и войда надо оставить. Мы посмотрим, как получится. В рейчате вопрос. Аж. Давайте так. Если сейчас в конце пула не будет фасок, Паша всем раскидывает сколько? Ну, давайте начнем с 50. Ну, он нашел. А, ну вот 100. Ну, Ретрик. Ну, он нашел. Третьего нашел. Ну, срывает, не срывает, а положено. Где, может, ШП? Ну да, можно, на следующем больше спекнешься. Угу. Так, хилы, я надеюсь, поделились куда? Так, Ален, с какой стороны? Так. Ну, я вижу, поделились. Отлично. Ты встанешь, найдешь себе местечко, я думаю. Сильно хмели не... Прилипаем. У нас мильков много, им надо разбежаться. По тактике, я думаю, помнят все. Первый на пол Гориса. Так, ты сделаешь, оформишь красиво все. Да поглотит вас пучина вон. Ну, отлично. Попрыгай, попрыгай, дорогой мой, пожалуйста.
Вот мы это нападение типа выиграл. Их он не побегает. Ладно. Следующий на пол впила. Горис, тебе главное сейчас улететь, вылет до пазы и можешь не возвращаться. На пулы побольше впила. Вижу один. Пила, активные кнопки тыкай, и будет. Он как это все, если что, будешь раньше лицом. Под лицо залезь пока. Убить нужно, не стопнуть по боссу. Или что? Или ты их там хочешь? Да, пускай входит с ними. Нормально. Сожгут, ну ладно. Не должны сесть. И быстрее. Пиво напуливайте пока, да. Он на ФК, чтобы стоять, я не могу. Большого на пульте у меня? Я его пока заявила, но это ненадолго. Отойди от него пока, он пускай нам не ищет. Надеюсь, не отвлекется, будем молиться. Так его маленькие съедят, если большой найти. Угу. Это под зубами его съели. Ну, бьем пока так. Ну, маленькие тоже заявились, поэтому не двигаемся. Не двигайтесь, пожалуйста, господа. Бля. Ну, они вроде жрать его идут. Нафиг. Ну, всё. Они не пошли. На пиво. Блин. Он какой балгал. Пиво, идти большого отводи. Отводи большого пива. Ну все. Да, так, все. Максим, как ты думаешь, что не так, блядь? Вы меня окружили. Я точно знаю, что не так. Нахуя ты в меня вбегаешь два раза, блядь? Два землетряса подряд. Чё? Нет, только первый там меня вар поджал, который выбегал с мили просто. А второй у меня просто так чисто случайно хп кончилось. На 90%, на 95%. Я же тебе говорил, что съедят, надо убивать мобов. Да, но они съедят. Надо было стопать, да, не жрать следующего. Стопать и убивать мобов нельзя, переводить его с мобами, с мелкими. Значит, будет такая хуйня. Как, куда мне бежать, если меня все со всех сторон поджали тут? Изначально найди себе место с рейнджем. Я нашел, там вара не было.